сегодня уже третий день в горах, Татры. Иду вдоль вот такой горной речки. И вот такой выход скалы. Это просто супер, красота. Вот такие скалы. Дорога вообще-то вот какая идет. Супер просто. Вот такой невероятный вид открывается. Вот такой вот старый мост. А сейчас еще увидите более старый мост и более новый. Не знаю. Вот такая вот вода выливается прямо из скалы. Мне определенно нравится гулять по хребтам. Такая красота неописуемая. Но сегодня я иду там, где скал поменьше, побольше травы. Красота супер. Вот я пришел из той долины. Вот и добрался до быстрого седла. А это подъем на Словацкую гору. Быстро. То есть получается, вот за тем хребтом Польша, а за этим хребтом уже Словакия. Идти сложновато, потому что дорога песчаная, постоянно стопы находятся под углом. Но думаю, что я дойду на вершину, а там запишу новое видео. Вот уже близко вершина Словацких Татр. Гора. Быстро, со мной Польша, там Словакия. Сейчас по хребту я иду с горы Быстрой на Блыщ. Это столбик обозначения границы. Если буквочка С, то это Словакия. Затем обходим и буквочка П, Польша. Ну, Блыщ, короче, где-то тут. Вот этот Блыщ, похоже. Но гора быстро интереснее, то есть стоит ходить на Быструю, а потом спускаться и посмотреть Быч. Вот по этому хребту проходит граница между Словакией и Польшей. Словакия слева, Польша справа. И я буду сейчас бежать по этой дорожке, потому что поднялся ветер. Я сейчас на быстром карбе, поднялся на гору Быструю, прошел по хребту между Быстрой и Блыщем, спустился с Блыща, и вот сейчас вот эта граница между Польшей и Словакией, буду возвращаться в Польшу. Дикие козлы, не иначе как. Дикие козы. Хочу немножко поймать коз. Да, вот это коза. Не боятся козы, однако. Так вот.
Бочанский верх 2176 метров. Тут людно. Граница между Словакией и Польшей. Я добрался до вершины. Боюсь, неправильно прочитаю. Заржавший верх 2137 метров. Но это место не популярно, сюда идти трудно. Точнее, долго. То есть, чтобы сюда дойти, надо много пройти по разным горкам. И вот, поэтому здесь людей нет уже. Вот. Открывается вот такая вот прекрасная картина. Стою я двумя ногами одновременно в двух странах. Левой ногой в Польше, правой в Словакии. За мной уже словацкая часть Татр, а там польская часть Татр. На этом ржавчем верхе граница идет вот так, полукругом. То есть это Польша, а это Словакия. Это я на ржавчем верхе, на территории Словакии. Все, убегаю отсюда. Вот Польша. Очень красивый хребет. Вот здесь, похоже, народ ночевал. Место для палатки обложили камнями. Вот попадаются такие вертикальные стены, вдоль которых надо ходить вверх. Немножко страшновато, конечно. Такая вот необычная тропинка из корней. Очень интересно идется. Красиво, здорово. Просто ужас. Невозможно идти.